говорит. Я потрачу все, а потом сделаю репит. Мой муж за меня разрулись. Вот ты такой крутой, на роли мне безлимит. Это сладкая жизнь, как клубника в шоколаде. Люди говорят, ну сколько можно тратить? Не отходя от кассы, я говорю, хватит. Не предлагай мне скидку, ты что, не в адеквате? Однажды я уехала, тусить в Турцию, теряла сумму.